следующая команда номер 7. Suggest App. Suggester. Есть такие ребята? Нету? UDS Pub 1. Эти точно есть. UDS Pub 1. Правила те же, 3 минуты презентации, 4 ответа. Всем привет! Мы реализовывали чат-бот, который будет советовать вам, к какому вам врачу обратиться. Почему мы это делали? Кто знает, кто такой пульмонолог? Поднимите руки. Раз, два, три. Кто знает, кто такой флеболог? Один, два человека, три. Но эти люди знают, потому что они знают, что такое медицина, и, я так полагаю, работали с ней. В общем, и обычно люди такие, которые вот нужно к специфическому врачу вам обратиться, вы сразу идете к терапевту. Вот. Но чтобы сэкономить ваше время, вы можете воспользоваться нашим супер-классным чат-ботом. Значит, кто такой пульмонолог? Какие симптомы?